уж и много. Ну да, всего лишь целая утка. Не снимай, это прикольно. Я у тебя украду потом для Ютуба. Ну, давай, прокомментируй. Здравствуйте, уважаемые зрители. Начинаем программу. Прямая трансляция Сан-Франциско. Мы в китайском районе. Здесь очень большой Чайна-таун. Самый большой Чайна-таун среди городов Америки. И так исторически сложилось, что китайцы, так как Сан-Франциско находится на Тихом океане, ближе плыть было. И китайцев больше в Сан-Франциско, и они ехали сюда, как иммигранты. Официанта нашего зовут. По-русски это будет солнце. Китайское имя. И, конечно, знаменитое блюдо это утка по-пекински. Вот сама утка стоит $38. Но наесться можно тут четверым людям. Заберем половину домой. Так что китайцев очень много. Мы будем делать понял как? Типа такос. Понял? Блин, я обожаю, это так вкусно, мое любимое блюдо, да. Ну, попробую по-пекински и Сан-Франциско. Китайцев очень много, реально, и, вы знаете, даже в автобусах, нам сегодня сказали, в автобусах, троллейбусах, здесь есть еще троллейбусы, я сделал об этом завтра сюжет, здесь объявляют остановки на трех языках. Обычно все-таки здесь два языка в Америке, да? Английский основной, второй это испанский, а здесь еще китайский. Вот так вот. Попробуем.